Бабочка. Нахождение багов продолжается. О, боже. Джин. Мама. О, это Джин. Джин, я хочу, в общем, миллион и убраться отсюда. Получилось. После ее смерти мы поселились здесь. Остров помогал ему забыть обо всем. И он вложил в него сердце. Кому-то надо серьезно сделать чувствительность микрофона поменьше, потому что... Мое сердце тоже здесь. Серьезно, даже свое дыхание я слышу хуже, чем ваше. Давайте приступим к делу. Ну-ка, Ален, подслушай. Это вот кто сейчас дышит? Да, я дышу? Да. Отправляйтесь за пределы курорта, чтобы добыть провизию, лекарства и оружие. Возьмите с собой джин и езжайте к городскому туннелю. Сложность очень легко, награда 5000. Но не могу же я тебя подвести, правда? Всё, это как-то несоразмерно. Предлагаю очень сначала заглянуть в церковь. Наверняка уцелевшие собираются там. Я бы пошла именно туда. Хотя не, я не хочу водить. Давай, у меня до сих пор ачивки нету, ни за чё. Ни за зомби, ни за вождение. Позорище. Что, вы все время забираете машины, мне даже обидно немножечко. Чё, все здесь, поехали. Нет, кого-то забыли. Рейджера. Да ладно. Галитоска, давай быстрее. Ну сейчас лучше? Сейчас да. Да я вообще не слышал твоего дыхания полного. Может, у меня чувствительность? Я поставил микрофон на 25% и у меня густо 0. Видимо, он чувствительный у тебя слишком. Ну вот, да, сейчас не слышно. Да, тебя сейчас не слышно. Ты же... Не, я имею в виду дыхание. Дыхание. Ва. Так нормально слышно. Я чуть в баллон не заехал. Еее. Рука только что пыталась, если меня достать. Да, физика вождения как прям как в последнем Call of Juarez. Ой, да ладно, физика вождения, руки как. Нет, физика вождения. Физика вождения. Все нормально с руками, я прошел. Че я прошел? Че я за Дроздского прошел? Need for Speed. Да, Need for Speed. For Stanley. Или нет, как он там? Hot Pursuit. Я играл в Dirt 3 и осилил его до конца. Ага. Dirt 3. Парируй. Я играл в Gran Turismo 5 и прошел миссию с вагончиками, закончил на втором месте. За год сдал. Я что-то кого-то слышу, по-моему, Razer, который говорит что-то вообще, наверное, не надо. Он по телефону. Я стоял в пробюро. А зачем он в микрофон говорит по телефону? Чтобы наушники не снимать. Чтобы слышать, что я говорю. Мультичеловек. Эй, да что за херня? Ужас. Эй, зомби пнул, чертов, этот, фургон. Нормально получается. Ничего на свете лучше нету. Там, знаешь чё? Там, чем бродить? Друзья, по белу свету. Тем, кто дружат, не страшны тревоги. Все, в общем, нам любые дороги, да, дороги. Да, откройте сейф, ты возьмешь. Круто, теперь для чифта нужно пройти так еще тремя ну ладно персонажами. Отлично! Я всегда это хотел сделать.